Это отрадно слышать. Нужно следующее. Значит, никаких там выборов. И не планировалось. Здесь не планировалось. Там. Никаких не планировалось. Ну, там глава до 26-го года. Ну, спокойно. Вы там глава. Да. Конечно. Но почему вы там не хотите до 26-го года, а приехали сюда в 23-м году? Объясняю. Очередная ступень. Выборы вот здесь, оказывается. Здесь городское сельское поселение. Там я уже все отладил. Пожалуйста, я принимаю. Но это ваши слова, да. Что вы там отладили. Да, так точно. Факты. Садитесь в Тойоту мою, едем, едем сейчас, смотрим. И вы меня проводите по своим поселку, по своим личкам проводите и показываете. Вот это я сделал, вот это я сделал. А дальше ухаб на дороге будет болотина. Вы скажете, это не мое. Вы задаете мне вопрос, я вам отвечаю. Нет, это кто? Это кто? Давай начнем с Букина. Наши, ну, мы Букина, наши местные. И что вот он сделал, наши местные? А что он сделает? Чужой. В каком? Ему чужому женщину зарезали. При его власти. А почему вы так рассуждаете, что он чужой? Я не агитирую. Я хочу узнать, кто он и что он. Так и вы же почему он там будет? Куда? Да куда? Туда. Где вы сейчас, глава? Что? Я не пойму. Вы действующий глава. Так. Ну вы едете сюда на нынешние выборы. Да. А там кто не запрещен? Там выборы. Что вам нужен трамплин для прыжка выше. Да не сказал он так. Да сказал. Вы знаете. Вы сами сказали. Вам нужен трамплин для прыжка выше. Ну назовите это так. Пусть это вот. Извините, на кой хер нам нужен такой руководитель, которому все будет... До лампочки. Как? Но ему нужен прыжок наверх. Нет. А вы скажите, а как он сделает этот прыжок? Если тут ничего не сделает ровно, нормально. Какой будет? Потому что он не идет ни от Единой России, ни от Васи, ни от Пити, и за ним там миллионеры, я так понимаю, не стоят, а то бы он тут с нами не разговаривал бы, не стоял. Вопрос бы решили в другом месте. Ну, мое понимание такое. Все равно, ребята, извините, там вот вы спорите, кто что. Чужой человек. Не знает чаяний ни народа, ни поселка, ни... Понимаете, если человек в душе нормальный, вот я приехал сюда, я вообще даже немец, я в Сочи до сих пор прописан. Понимаешь, вот сегодня подошел ко мне дедушка, 5000 просит, а я его даже имени не знаю, фамилии. Он сказал мне, что живет он на Лягушевке, понимаешь? Мы тебя знаем уже не один год. Например, тебя знаю очень. Ты сам тоже не местный. Друг друга мы уважаем. До сих пор в Сочи мы перепрописали до сих пор. А этот человек... Значит, смотрите, там я тоже был чужой в 21-м году. Однако действующего главу я там победил на выборах. Чужой тоже. Такие, как здесь. Ну, а кто там будет руководить? Там сейчас исполняющие обязанности, в декабре будут выборы, все. Далеко там нету, а глава там будет. Вы только сказали, что 26-го года. Если здесь меня выбирают, я там складываю полномочия. В декабре текущего года там будут выборы, вот и все. Почему у нас выборы? Почему у нас? В общем, получается так, что вы едете сюда подальше. Да, к семье. Но это чисто патриотическое и чисто словоблудие. Значит, работайте там, где вы работали. Понимаете? Можно я буду принимать решение? Вы свою позицию сказали. Это ваша позиция. Вы можете голосовать за кого угодно. Я вообще не голосую. Под свои флаги поставить вообще большую армию. Моя задача, знаете, как меня учили? Делай, что должен сделать, и будь, что будет. Понял? Вот ты должен это сделать, вот и делай. Выпрыгивай из штанов, что угодно делай, но ты должен сделать. Как вы отреагируете? Знаете, как я парк? Сейчас вчера мне докладывают, какие-то там гайки уже открутили. Я говорю, Галина Владимировна, все, что нужно было сделать, я сделал. Денег я вам выбил, парк мы построили. А теперь основная задача – сохранить все это. Там живете, вы сохраняете. Я как варяг. Взял отдел обращения, поднял бы все обращения, которые были со стороны населения за прошлый год,
с прошлого года и текущий год. И начал бы изучать, что решили, что не решили. Мне и так известно о том, что с пастбищами здесь большая проблема. Но сразу вам хочу сказать, что мне готовится, если случай победы, мне готовится сюрприз о том, чтобы полномочия по земле были, наверное, все-таки в районе. Сейчас они еще в поселении, то есть совет депутатов принимает решение, что делать с землями. А возможно, в скором будущем все эти полномочия перейдут в район. То есть у меня, конечно, руки тут будут связаны, я ничего сделать не смогу. Второе. Есть депутатский корпус. Да, есть депутатский корпус. Вот если он примет решение, то эти полномочия уйдут в район. Эти полномочия уйдут в район. Дороги, освещение, так же, как и у меня. У меня все то же самое, все одинаково. Освещение. Вот я, например, сделал у себя там, где не было больше 10 лет освещения. Там такая интересная улица у меня в поселении Ленинское Возрождение. Хутор Ленинское Возрождение. Пол дороги краевой, там я ничего сделать не смогу. А половина моя поселенческая. Я там сделал целый километр освещения, светодиодный, все горит, как положено. Не так, как у вас там реле времени, а у меня фотореле. То есть у меня всю ночь светится. И из каких средств вы... Местный бюджет. Местный бюджет. 514. Дорожный фонд. 514 тысяч выложил, пожалуйста. У меня получалось, в 22 году я приступил первый раз к дорожной деятельности. Один, у меня там очень много дорог, которые нужно было прогредировать и отсыпать. И вот мы... А сейчас туристические сборы. Спасибо, я не слышал. Я учту на 50 рублей в день будем собирать с туристов. Любой, кто прописывается здесь, будет собирать. Вот я почему-то меня удивило, что именно Псибай и Мостовской. Не где-то, а именно Псибай и Мостовской. Туристический сбор. 50 рублей в день. Людей там мало приезжает, на мой взгляд. Хотя я не знаю как. За день 50 рублей. Туристический сбор. Ну да. Ваша, допустим. Это вот недавно, месяц. Да? Месяц, наверное, меньше. Формально. И что, когда же сезон закончился? Ну да, тогда. Ну это же мостовские депутаты приняли. Нет, это я краевой, слышал по краевому телевидению. А как? Кто так принял такое? Дума. Это есть, по краю есть. Это Черноморское побережье, зима, это те туристические сборы. Здесь просто именно почему-то сказали Мостовской район, Псибай сказали. Кто-то пролоббировал, может быть, страны. Точно так же жарко. Мы... Туристов денег нет. А тут как туристы? Вот в основном спортсмены, маунтинбайк, их приезжает очень много. И они приезжают не на один день, а иногда на месяц они здесь. Бюджет свой позволяет платить, поэтому они приезжают. Не всем позволяет, так и сумма. Если на день, то нет проблем, а если на месяц... Смотря какие, правильно, олимпийцы приезжают. У них бабки есть, они платят. Вы привезете свою команду, а свою команду вы привезете. Не согласны? Дайте мне ответить. Если послужит на развитие это его люди, то почему нет? Смотрите, как я там поступил. Извините, и своя ваша команда будет грести под себя. Он уже прогнозирует уже, что будет. Все он знает. Нострадамус. Я вам указываю на то, что вы задаете вопрос, и за меня же отвечает. Я предвижу ваш ответ, Смотрите, как я делал там и как сделаю здесь. Ребята, у вас 2 месяца. Покажите, что вы ее незаменимы. Покажите, как вы работаете на население. Если вы дадите основание показать, что вы действительно незаменимые люди, пожалуйста, трудитесь, работайте. Если на своем месте человек... Да, пусть он работает, он знает. Вот, сейчас куда ты? Где еще сборища будут такие? Мне просто интересно, ты со всем будешь эти вопросы? Нет, я только ему. А питерским или кто там еще? Какой-то Магадан. Они мне до одного места. Здравствуйте. Так ты же все равно участие в выборах не принимаешь.
Где-то не знаю, за других не знаю. Вот я лично просто говорю, что поедет. Более того, где-то еще. Лично, было бы, конечно, интересно. Если бы хотя бы еще один депутат. Я так и сказал, давайте откинем все свои политические амбиции. Возьмем один день, выберемся, будем жить. Так точно. Все до этого, которые были люди тупые, ни хера ничего не делали, а вы знаете, как повернуть Сибай и вести его в светлое будущее с семейными... Кто-то должен висеть, кто-то должен висеть. Да нехер меня туда. Он тебе расскажет, как нужно сделать. И как ему все это... Как нужно прийти к тебе к какому-то руководителю и сказать, Серёжа, сейчас я дам трактор, вот и все проблемы. А не то, что выносить, вызвать, это все. Вот оно в шипке так и делает. Вот съездят меня. Он тебе расскажет. Но семейными шагами мы все... Конечно, каждый достойный этого возраста. Каждый. Просто здесь выборы. Идет соревновательность. Выбирать вам еще раз. Кто больше соврет, кто больше сбрешет, кто больше заслужит доверие. Я вообще знаком, я знакомлюсь вообще. Я просто представился, вот он, я такой. Прошу любить и жаловать. Хотите, влюбляйтесь, хотите, не влюбляйтесь. Давайте, правда... Несколько человек соберем и проедем с людьми там побеседуем. Послушаем людей, если ты не доверяешь. Я же говорю, почему ни один не согласился провести дебаты? Вот хотел бы и вопросы задавать. Потому что очень неудобные вопросы задали. И Булкину, и всем остальным. Я никому не задавал. А я задал. Я просто знаю тех людей как. Я знаю, какие они были, какие они... Ну, то, что я в открытом доступе нашел, когда Анна Николаевна отчитывалась за год. То есть дорожный фонд приличный. Указала, что парк построен за 19,720. Миллионы? Да. По программе «Комфортная городская среда». А бюджет какой? Бюджет какой у нас? У вас собственных денег 28,600. Собственных денег. Миллион? Да. Вот у меня собственных чуть меньше 10, чуть меньше 10. Но это опять, если крестьянская ферма, главы КФХ покажут свою прибыль. Потому что единый сельскохозяйственный налог, он уплачивается после того, как глава КФХ показал прибыль. Если он не показал, то он ничего и не уплатит. То есть я рассчитывал на него, а он может да, показать, что он ничего не получил, и я недополучил. И вот... Конечно, мы там вообще там бедные. А да и вы не богаты. Потому что если вот эта армия, все, получается, в водоканале 58 человек штат. Вот у Владимира Григорьевича Голуба. Да. 58. 58 штат. Откуда? Оттуда, наверное. Вот если бы вы все ходили на вот эти подведения, хотя бы было понимание, что куда. Ну, вот у меня отчет там в машине есть, я его так медленно изучаю. На гипсе контора, кому входа. А спортзал вот построили новый, не знаете, это с нашего бюджета? Нет, это не ваше. Там не 70, наш? По-моему, 6 миллионов выделили. А, это краевые, да? Конечно. А кто? Они их не краевые. Не освоили, наверное, сюда? Я не готов сейчас. Ну, если не построен, наверное, не... Не, они построили, там внутри что-то. Ну, там... Сейчас ведутся какие работы? Ну, я не готов сейчас сказать, какая, в чем там проблема, потому как, ну, еще рано. Если там становишься номером один, конечно, там надо разбираться, в чем там проблема. Обслуживающий персонал там надо все. Это же деньги снова опять, расходы. Нет, обслуживать там... Ну, это потом. Это так уже вторая головная боль. Да. Как говорил губернатор, вот правильно говорил, я вам построить-то дал возможность построить, теперь вы содержитесь. Нет, вот как вы у меня тоже. Парк построили, а теперь вот сохраняете. Надо переживать, вот я о чем говорю, надо переживать за взрослых в первую очередь и за детей. Среднее поколение, вот мы там разберемся, я имею в виду. Детям это надо, во-первых, вот особенно в поселениях, в крае, где там в захолустьях небольших. Там же не спортзала, там ни тренера нету. Ни там детских игроков. Я же говорю, да. И куда идут дети? Конечно, они будут по-за углам курить, они в бар, а не ходить спортом заниматься. Еще можно минуту? Вот берем, да. Я ничего не говорю. Человек, да, сделал, дай бог ему здоровья, все. Скейт-парк, ну, в Мостовском.
Ну, можно же было всем уже, и этому депутату, тому, ну и там, и плюс еще может тому. Бассейн, хороший детский бассейн с тренерами. Все, это дети, спинки ровные, плавать умеют. А так, здоровое поколение. Да, здоровое поколение, понимаете. А, бесплатный бассейн. Ну, почему? А то идешь в бассейн, Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания.